Всем приветик, друзья! Я нахожусь в Италии, город Чернобио. Приехал на вот этом вот велосипеде. В принципе, даже не думал заезжать на эту набережную, но все-таки я решил сюда забраться, заехать. И сейчас мы немножко здесь покатаемся, посмотрим, как здесь люди вечерком отдыхают. Потому как-то так. Друзья, мне только что уже человек на мотоцикле ехал, уже махал рукой. Я так понимаю, понимает, что я блогер. И вот такие вот дела. Смотрите, какой интересный фонтанчик здесь. В таком, конечно, красивом живописном месте. Да, местечко здесь очень классное. Смотрите, люди отдыхают в ресторанчиках, сидят, курят кальянчик, пьют вино. Здесь буквально в Италии, наверное, практически все, наверное, пьют вино. Наверное, трезвенников, язвенников, я думаю, здесь нет. Хотя, в принципе, продолжительность жизни в Италии очень-таки высокая. Я здесь часто наблюдаю за рулем бабушек и дедушек 80-85 лет, где-то так около 90 лет. И за рулем катаются, все нормально, все в порядке, как-то так люди живут. Давайте сами немножечко проедемся по берегу, посмотрим сам бережок. Часовня, лодки прямо вдоль берега стоят. Красиво так, смотрите, начинают деревья расцветать и начинают листики, как крыша такая становится. Хотя здесь, когда раньше не было листиков, здесь деревья такие были, как рога какие-то такие. А в данный момент уже совсем другой вид поменяли. Здесь причал парома, здесь можно покататься, купить билетики, доехать до города Комо, прямо вот на вот этом вот причале, куда мы сейчас смотрим. Да, такой видно очень древний причал. Довольно старинный. Сейчас давайте посмотрим на памятник. Человек на трубке, смотрите, играет. И по бокам, я так понимаю, какой-то символ на копье, смотрите. Рестораны один за одним, везде можно, смотрите, водички попить. Буквально на каждом повороте можно. Вот карта Лаго ди Комо, менюшка. Ой-ой-ой, только начал подъезжать к водичке, сразу холодом так начало задувать прям просто. Вообще очень сильно так, ах, как оно поддувать начинает. Смотрите, какие сосны. Кора такая крупная-крупная. Сосны чем-то похожи на крымские сосны, очень похожи. Вода чистейшая просто. Это озеро. Вау, там симпатичненькие виды.
Вот сюда вот приплывает паром, люди заходят, выходят. Это, как бы можно сказать, остановка Чернобио. Так что, в принципе, друзья, все, кто будут вблизи города Кома, будете понимать, что есть такой городок рядышком, еще Чернобио. Красиво, смотрите, прям так возвышенность гор сверху, лысые. Получается леса, 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 и сверху горы все лысые. Интересно так. Здесь огромное количество голливудских звезд. Покупали себе недвижимость. Я так понимаю, все на той стороне, на этой стороне, где я нахожусь. Сомневаюсь я, а вот смотрите, с той стороны замок. Там, в принципе, на возвышенностях везде. Я даже вижу, вон есть туннели, прорубленные в скале. Получается, в горе туннель, с одной стороны заезжаете, с другой стороны выезжаете. Здесь, в принципе, в Италии и Швейцарии это здесь стандарт такой. Здесь они профессионалы по туннелям. Красиво, не правда ли? Я думаю, это стоит за это поставить лайкос и написать комментарий. Сейчас пройдемся немножко на другую сторону. Жаль, что сейчас паром не подходит. Уже, наверное, вечер. Уже, скорее всего, паромы вряд ли будут ходить. Прикольный ресторанчик с такими прозрачными окнами. Можно посидеть. Смотрите, видите, люди сидят и наблюдают за красивой набережной. Да, но вода, конечно, здесь уже такая погрязнее будет, можно так сказать. Уже вечер, уже получается 8:07 вечера. Представьте, как там жить здорово, с таким красивым видом, просыпаться, пить кофе и наслаждаться красивой вот такой вот Италией. Да, друзья, конечно. Если бы не было этой войны, можно было бы, конечно, вкусить и всем, и украинцам эти виды. А так как сейчас, в данный момент, границы в Украине закрыты, и происходит просто непонятно даже что. Полный ужас происходит в Украине, друзья. Никто не может ни выехать, ни заехать. Происходит, можно так сказать, полный хаос. И ничего мы с этим не можем поделать. Ничего. Мы, простые люди, по сути, изменить ничего не можем. Можем только говорить об этом, думать, гадать, когда это все закончится. А по факту изменить мы ничего не можем. Там вот вдали мы видим сейчас с вами город Комо. Совсем недалеко здесь город Комо. Красота, прямо на самых возвышенных горах, смотрите, прямо на вершинах тоже дома, замки я вижу. Да вы что, какая красота. Итальянцы, в принципе, и швейцарцы очень любят свою природу. Свои красивые виды они очень ценят. Конечно, в принципе, в основной части Италии, например, здесь вот на границе Швейцарии, здесь довольно-таки чисто. Но дальше, если проехать, отъехать от Швейцарии, там 100 километров, 200, 300, начинается грязнота сразу же. Даже сам Рим, вроде бы и столица Италии, но она очень-очень грязная. Я был в Риме, очень грязная. Если заехать дальше, в Неаполь, туда куда-нибудь, там где вулкан Везувия, там вообще, там выбрасывают все
И мусор как бы так из некоторых сокон выбрасывают. Я не знаю, или это у них так заведено, или я не знаю, зачем они так делают, но я вам говорю, как оно реально есть. Огромное есть количество видео в интернете и фотографий с этим связанных. Но швейцарцы, конечно, они очень свою природу любят. И как видите, даже возле границы с Италией, и, в принципе, и дороги намного лучше, и по сути, и чисто здесь везде. Убирают здесь, убирают. Ну что, друзья, давайте проедемся с вами дальше. Что еще остается делать? Сколько у нас уже времени? У нас уже 19:25, магазин, по-моему, работает то ли до 9, то ли до 8, по-моему, до 9. Надеюсь, что он еще не успеет закрыться. Все-таки я сюда не зря приехал, правильно? Ну, как не зря. В принципе, я показать вам вот эти красоты сначала решил, а потом уже зайти в магазин, потому что потом с продуктами ходить совсем неудобно и невыгодно. Большое количество в кафешках людей заседает, смотрите, просто забиты, практически все столики заняты. Да вы что, посмотрите, полностью все забито. Людей просто космос, потому что вечер, и, соответственно, люди все приезжают подышать свежим воздухом на набережной, и потому за счет этого оно все и вот так вот конкретно забивается. Молодежь, смотрите, тут балдеют, музычка играет, кайфуют, играют в разные игры. Такая толстющая пальма, как в Испании. Толстющая, смотрите, как пообрезанная. Так, надо выезжать на дорогу, конечно, очень аккуратно смотреть, чтобы машина где-то не шибанула. Так. Давайте проедемся немножечко по городу, посмотрим, что здесь вокруг происходит. Все сужается и сужается улица, смотрите, все уже и уже. Друзья, я сам не знаю, куда я еду.
Куда-то еду, непонятно куда. Карту не смотрел. Такой маленький светофор. Так, главное далеко не заехать. Ух ты, смотрите, какая красота, смотрите. Прикольно. Харли Дэвидсон, смотрите, мотоцикл. Так, все, туда мы уже дальше ехать не будем. Будем ехать уже обратно. Все, в принципе, мы уже наснимали сколько возможно. Надо ехать уже в магазин. Так что, друзья, я буду заканчивать уже это видео. Сколько там у нас? 16 минут натикало. Подписываемся на канал, кто еще не подписан. Всем ставим лайкосы, пишем комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.